Его жизнь неразрывно связана с овощеводством. Селекцией и семеноводством он занимается более полувека. И Виктору Пивоварову уже удалось войти в историю как создателя уникальных овощных культур, считают его ученики. Создано порядка 120 сортов и гибридов овощных, пряновкусовых и цветочных культур, которые занимают достойные площади на нашей территории, нашей страны. Виктор Федорович подготовил порядка 40 кандидатов наук, как научный руководитель, и порядка 25 докторов наук. Поздравить ученого с юбилеем пришли более 80 человек. Среди них представители Академии сельскохозяйственных наук, члены Российского союза ветеранов и, конечно, работники Федерального научного центра овощеводства. Виктор Федорович признается, бесконечно благодарен судьбе. Что меня эта судьба свела с селекцией и семеноводством овощных культур. Это интересная, чистая работа. Я уже здесь говорил, что это божественный промысел. То есть вот нужно создавать новые формы растений, вот, которых Бог не смог создать. А мы с нашими учеными это создаем. Праздничный вечер организовали в родном для академика месте – в Федеральном научном центре овощеводства. С концертной программой выступили творческие коллективы округа. Не остался в стороне и сам юбиляр. Я знаю, ты меня сильнее, но даже много мне пожить. Эмилия Аркелян, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».